Всем привет! Меня зовут Любовь Стасюк. В сегодняшнем мастер-классе мы готовимся к Новому году, а также к рождественским праздникам. Сегодня мы изготовим новогодние игрушки-шишечки. Игрушки делаются очень легко и просто, и не требуют особых затрат. Для работы нам потребуется атласная лента шириной 2,5 см двух оттенков. Также нам понадобится небольшой кусочек глиттерного фоамирана зеленого цвета. Для бантика я возьму узкую ленту шириной 9 мм. Бантик можно украсить небольшой полубусинкой или сердечком, или же красивой серединкой. Для петельки, с помощью которой мы подвесим игрушку на елочку, я использую атласную ленту шириной 6 мм. Из инструментов нам понадобится клеевой пистолет, зажигалка, ножницы, линейка и пинцет. Шишечку будут составлять лепестки и сердечки, которые я показывала в предыдущих своих видео. Более подробный мастер-класс такого лепестка смотрите в описании к этому видео. А теперь припомним, как делается такой лепесток. Теперь, начиная с темного, начинаем наклеивать эти лепестки один на другой, смазывая где-то примерно с середины клеем и накладывая последующий лепесток на клей. Чередуем один темный, один светлый лепесток. Смотрим, чтобы линия, которая образовалась на всех лепестках, совпадала. Таких заготовок нам понадобится 4 штуки. Можно склеить шишечку из 3 таких заготовок, тогда она получится треугольная. Теперь склеим 4 заготовки между собой. Поворачиваем заготовку сердечком вверх и начинаем смазывать клеем боковую сторону всех лепестков. Делаем это очень аккуратно. Прикладываем вторую заготовку и смотрим, чтобы цвета совпадали. Аккуратно сжимаем пальчиками, приклеиваем заготовки одна за другой.
Первую и последнюю заготовку также соединяем с помощью клея. Теперь нам осталось подклеить низ. Наносим клей с изнаночной стороны лепестков и аккуратно пальчиками сводим противоположные стороны лепестков, так, чтобы получился крестик. Немножко держим и можно даже украсить полубусинкой снизу или красивым камешком. Теперь возьмем небольшой кусочек глиттерного фоамирана и сделаем на нем надрезы. Надрезы делаем узкие, не доходя до верхушки где-то сантиметр. Узкую ленту складываем изнаночной стороной друг к дружке и спаиваем огнем. Наносим клей на глиттерный фоамиран с изнаночной стороны, прикладываем узкую ленточку петелькой вверх. И начинаем скручивать трубочку. Если вы видите, что трубочка слишком широкая, то отрезаете лишний фоамиран. Теперь нам нужно иголочки немножко сжать кулачком, чтобы они смотрели немножко вверх. Раздвигаем иголочки, наносим в середину клей и наклеиваем на верхушку шишки. Наше украшение почти готово. Осталось сделать бантик. Бантик я сделаю из узкой атласной ленты в горошек 9 мм. Наклеиваем бантик там, где видно шов, на глиттерном фоамиране. Украшаем полубусинкой или камешком.
Вот и все, наше украшение к Новому году готово. Теперь вы сможете свою елочку украсить креативными игрушками. Я желаю вам творческих успехов, с вами была Любовь Стасюк, и скоро увидимся в новом новогоднем мастер-классе. Пока-пока, до новых встреч!